Авторитетный журнал Billboard признал Мадонну женщиной года. Королева поп-музыки заслужила почетный титул, в том числе и музыкальными достижениями. На прошедший тур Rebel Heart было продано более 1 000 000 билетов, а звезда заработала около 170 миллионов долларов. Да и в свои 58 Мадонна не сбавляет обороты во всех смыслах. Самому молодому парню, с которым я встречалась за последние 6 лет, было 22. Почему все так удивляются? Пока ты не передвигаешься на ходунках, ты можешь делать все, что захочешь.